Здрасте. Продолжаем ферму. Отрадная долина и уже 8-я серия. И у нас на балансе есть 1 300 000. Но самое интересное, друзья, это то, что вчера у нас прошел стримец, на котором мы собрали наши вот эти вот три поля конопли. И сейчас тут идет посев. И надо, друзья, мы не успели засеять последнее поле, надо поставить сеять последнее поле. А вот этого товарища, поле 45 ему ставим. Перегоняем его ручками на соседнее поле. Так быстрее будет. И говорим тебе сеять вот это вот поле. Да. Со стартовой точки. И после этого шуруй на парковочку, друг мой. Давай есть. В общем-то, он справится, он молодец. Далее. Мы собрали урожай. Урожая у нас много. Так, это не тот урожай. Урожай у нас вот здесь. Конопля. 1 979 000 литров. А? Нормально, да? И, в общем-то, надо его продать. Нам нужно бабло. На порте Вашингтон 1038 это все добро стоит. В общем-то, едем туда без количества поездок, потому что их тут у всех будет больше 10. Но что хорошо, кстати, порт Вашингтон находится ближе, поэтому это все будет трохи побыстрее. Ты, друг, поехал. Блин, полбака топлива, но надеюсь, ему хватит. Ты, друг, тоже поехал. Давай, помогай всем. И последний вот этот трактор. Ты, друг, тоже поехал. Все, они должны будут справиться, и все у них должно быть хорошо. И самый медленный будет ехать первым. Ну и ладно. В общем-то, друзья, они все продаются, я пойду приводить себя в порядок, а то я только проснулся, только встал, надо было поставить их кататься. И дальше будем думать, что нам делать. Итак, друзья, осталось 180 кубов конопли у нас. Это значит, что вся наша братья сейчас приедет, один раз еще все отвезет, и потом еще грузовичок один раз все отвезет. И у нас на балансе уже есть больше 3 000 000, поэтому я предлагаю начать их тратить. Потому что тратить деньги – это самое веселое, что есть в этой игре. Для начала, друзья, мы, конечно же, еще добавим технику. То, чего у нас не хватает. А именно культиватор, сажалку, чтобы можно было что-нибудь посадить. И чизели. Поэтому идем в магазин это все дело закупать. Начинаем, друзья, с трактора. И, конечно же, первым будет у нас New Holland T8. На 435 лошадок. Он у нас синенький. И, разумеется, как по старой памяти всегда все делалось, к синенькому трактору синенький культиватор. Вот такая вот история. Старый культиватор, разумеется, продаем. И ради 5000 я его не повезу на магазин, поэтому вот так вот. Также, друзья, нам нужна сажалка. Тут у нас все по стандарту, 12-метровую, короче, мы берем вот эту вот. 300 лошадок она требует, соответственно, ей нужен трактор на 300 лошадок. И это будет вот такой вот красненький Фергюсон. Можно даже 350 лошадей ему сделать на всякий пожарный. Берем. Отлично. Ну и 2 чизеля я собирался взять на всякий случай, чтобы они просто были. Тут то же самое. По старинке мы берем 1 и 2. И нужно еще 2 трактора по 150 лошадок каждый. Кстати, вот Вальтера у нас нету. 210 многовато будет, жирновато. Фент, да? Хороший вариант. У нас тем более нету Фента. Берем, соответственно, Фент. И возьмем Вальтеру N-Series. Можно даже покрасить ее в оранжевый цвет. По старинке тоже, опять-таки. И чуть-чуть мощей ему накинуть. Во. И нормалды. И, в общем-то, переходим в магазин. И вот он наш автопарк. А сейчас мы всех этих товарищей отправляем на базу. И будем искать им парковочные места. И заниматься, в общем-то, всем вот этим вот делом. Ты, друг, едь на базу. Вот этот вот трактор. К нему мы цепляем сажалку. И точно так же отправляем его на базу. И вот эти вот 2 трактора, мы к ним цепляем вот эти вот чизеля и точно так же отправляем их на базу. Вот, вот так вот все у нас просто довольно-таки. И пока они едут, мы туда просто бежим, будем их там встречать. Вчера на стриме, кстати, мне пришла еще гениальная идея. Точнее, она пришла мне довольно-таки немного раньше, да. В общем-то, парковка электротрактора, друзья, мы меняем парковочное место. Мы его поставим прямо около дома, чтобы этот трактор заряжался, чтобы он возвращался на станцию зарядки, потому что после 2 покосов у него батарейка садится, как оказалось. Поэтому хороший вопрос, как это здесь красиво реализовать. Да, в общем-то, все просто.
Значит, новая точка у нас — парковка электрокосилка. Я просто, чтобы не путаться, поэтому немножко другое имя ему дал. Хотя можно просто парковка косилка. А парковка электрокосилка, и назначаем ему, соответственно, как новые вот эти точки. Не может доехать до локации парковка электрокосилка. Охрененно план. А почему он не может доехать до локации? Я же все соединил здесь, нет? Я вот эту точку не соединил. Почему я ее не соединил? Вопрос. Ну ладно. А сейчас самое интересное, это чтобы он припарковался, и вот эта штука загорелась. Поэтому давай едь туда. Тем временем у нас приехали трактора уже на базу. Значит, тут у нас с культиватором все просто. У нас есть точка парковка-культиватор. Парковка-культиватор. Вот она. Мы назначаем эту точку на парковку и отправляем его туда. Вроде как оно все должно работать без проблем. Ага, так ты не поедешь, да? А зря. Ну давай едь здесь. А, сажалка. Сажалку мы, скорее всего, запихнем вот сюда, там, где у нас была парковка электротрактор. Поэтому переименуем ту точку. А, парковка электротрактор. Переименовываем ее. По-моему, даже обратно парковка сажалка это будет называться. Или там известь была, не помню. Но неважно. Парковка сажалка. И назначаем этому трактору и этой же сажалке эту самую точку. Почему он направо сразу ехать не хочет, а? Это хороший вопрос. Ну ладно. Ну и чизеля, друзья. Их тоже надо куда-то запихнуть. Здесь у нас вроде как есть одна точка, а вторая не прописана. Надо, видимо, прописывать будет. Но чизеля в любом случае должно быть два. Поехали сами посмотрим, что там происходит. Как там что называется. Парковка возилка МАЛ. А, она у нас тоже занята. Значит, друзья, надо будет прописывать самому чизеля сюда. Ну что поделать, давайте прописывать тогда. Так, вроде бы разобрались, да? Этот сейчас поехал искать это самое место для парковки, пускай ищет. А, культиватор припарковался, сажалка припарковалась. Вот этот товарищ, сейчас посмотрим, тоже, скорее всего, припаркуется. Он маленький, маневровый такой, проблем быть не должно. Хотя что-либо длинное, по этому маршруту хрен заедет, да? О, отлично, припарковался, красавчик. Сейчас еще Вальтеру дождемся, и тоже все будет хорошо. Так, что-то мне кажется, я где-то провафлился с подсчетами. Ух ты, 457 литров конопли осталось, черт. Где наш вот этот трактор? Иди, едь, продай вот это все. Сейчас сами его загрузим. Не люблю, чтобы вот так вот оставалось. Это как-то не по мне. Загружаем. Да, я долго буду ее искать. Надо было в другую сторону мотать, если честно. Ну во, есть. Просто плюнуло, да и все. Порт Вашингтон. Давай, погнал. Так, с этим разобрались, с техникой разобрались, у нас все прекрасно. Далее, друзья, у нас остается еще 2 миллиона 200. Вообще, кстати, с учетом того, что у нас продалась вся конопля, давайте посмотрим, сколько мы денег заработали. 2 миллиона. Что-то еще другое, минус 13. Обслуживание техники, это тоже понятно. Новая техника, понятно. Проданная техника, тоже понятно. А далее, друзья, я хочу купить поля. Я подумываю купить 35-е, 36-е, 37-е, 38-е и 39-е. О, кстати, чизель припарковался. Погнали, сбегаем, посмотрим. Чтобы он там ровно стоял. Ой, и этот пацанчик припарковался. И смотрите, эта штука загорелась. Соответственно, после того, как он приехал, можно будет его сразу же ставить на зарядку. А вот, кстати, и другое. Я вспомнил, это зарядка электротрактора на стриме была. Все, они стали вообще прекрасно, все круто. Ладно, давайте к полям тогда. А, в общем-то, думал я взять то ли вот эти вот поля 16, 17, 18, 19, объединить их. И потом на вскидку еще 13, 11, или вот эти. На самом деле, скорее всего, мы возьмем и те, и те, и те, и те. Но начнем
именно вот с этих 35, 36, 37, 38, 39. Они не сильно или сильно они дорогие. 400 тысяч, 250, 318, 819, 499. А навскидку должно хватить денег. Берем. Это мы берем. Это мы берем. И на 37 у нас немножко не хватает. Самую малость. Значит, пока что мы отказываемся от 35 и берем 37. Вот. С другой же стороны, на этих всех полях растет какой-то минимальный урожай. Здесь у нас растут подсолнухи, и здесь у нас растет сорга, и урожай созрел. Кстати, это хорошо, по-моему, из сорга можно будет сделать топливо. На подсолнухи неплохо было бы еще и удобрить. Сорга, да, есть такое. Это прекрасно. Но подсолнухи у нас, ясен пень, пойдут на продажу. Поля 39-38, тут у нас NPC засеяли траву, соответственно, их нужно будет перекультивировать и тоже засеять. А сорга мы убираем. Подсолнухи пусть растут. Кого-то здесь не хватает, да? А, возилка маленькая поехала, все правильно. Так вот, культиватор. Тебе придумываем первую работу. Раз ты у нас появился, 39-е поле, едь его закультивируй полностью. А потом еще и 38-е тебе надо будет тоже сделать. Так что, товарищ, погнал. Можно, кстати, и чизелей-то отправить на соседнее поле. Работать парой, почему бы и нет. Давайте отправим, раз они у нас есть, быстрее будет. Хотя, с другой стороны, посев все равно будет примерно в одно время. Сеялка-то у нас одна. Ладно, пускай пока стоит здесь. И вот этого товарища надо отправить убирать сорга. Я все никак не привыкну, что справа нет двери. Сорга, я так понимаю, урожая не сильно много должно получиться. Тем более, что и поле маленькое, и убрать он должен его будет прям быстро. Надо, друзья, будет еще подумать по поводу объединения этих полей. Может быть, хотя бы вот 37, 36, 35, чтобы это было одно большое поле. Давай, друг, со стартовой точки, и поле 36 у тебя будет. Все, погнал. Надо тебе, наверное, трактора поставить, или это, точнее, не трактора, а этот самый, мана. Поле номер 36. Погнал. Возилка как раз вернулась домой. И культиватор у нас доехал до поля номер 39. И вон, я вижу, он уже разворачивается и сейчас будет там все культивировать. Трава нам это здесь не нужна. У нас есть своя лужайка с травой, большая. Поэтому мы все это дело культивируем. Возможно, надо было немножко по-другому сделать, но да ладно. Есть у меня подозрение, что он просто при развороте потом кое-где в одном месте пропустит. А может быть, это, кстати, здесь и поприличнее будет этого сорга, потому что вот он чуть-чуть проехал, а уже 5 кубов. Так что все нормально. Ладно, сколько тогда его будет? А поле у нас нуждается во вспашке. Нет, не нуждается. Хотя вот здесь пишешь... А, после сорга, видимо, нужна будет вспашка, да? У нас для этих целей есть чизель-культиватор, поэтому все классно. Это, в общем-то, все не проблема. Вон плуг еще валяется, ни разу не использованный. Но я уже говорил, что он нам нужен только для того, чтобы, если вдруг придет в голову идея объединить поля. И, в общем-то, эта идея пока что есть. Объединить поля вот здесь... По-моему, можно это сделать красиво. И вот здесь. А здесь как бы дорожка такая гравийная. Мы ее можем спокойно перепахать, и все будет нормально. Надо будет только автодрайв потом чуть-чуть подкорректировать. Но это не проблема. И сделать вот одно большое поле. Мне кажется, имеет смысл. Здесь, кстати, стояли какие-то производства, видимо. Или сады, может быть, какие-то стояли. Загрузка жидкий навоз. Вода 2. Корм. А здесь свинарник, коровник, что-то такое стояло. Я тоже планирую это потом размещать на полях, но, возможно, если мы будем упарываться в животных, вот с этой стороны это делать, 51, 52, или же вот здесь. Хотя еще и сады надо будет ставить, и еще много чего другого. Но это, друзья, все потом. В общем-то, вот такая вот у нас серия получилась. Весь этот урожай потом куда-нибудь отвезем, когда он соберется. И, друзья, на этом мы заканчиваем первый сезон по этой карте. Получается, 8 серий у нас получилось, весь сезон, по сути дела, у нас посвящен был полям. Начиная со второго сезона, мы уже с полями играться не будем. Точнее, мы будем играться с полями, но это все будет не самое важное. Это у нас будет в качестве основного дохода. Выращивание урожая и продажа, соответственно, этих всех урожаев. Мы, друзья, начнем заниматься производствами. Начиная с лесопилки и все такое прочее. И на второй сезон у нас задача будет построить все производства для того, чтобы можно было строить мосты. Соответственно, мосты и потом остальные стройки. И в третьем сезоне уже будем начинать заниматься именно производствами продукты, которые будут именно на продажу. Вот как-то вот так вот. Посему, друзья, у меня есть вопрос к вам. В первую очередь, конечно же, к спонсорам,
которые у нас на Бусти все это дело смотрят, потому что они смотрят серии заранее по мере съемки. Если вы тоже хотите, второй сезон там уже прям точно стартовал, если вот пока на Ютубе это все дело. Так вот, что я хотел, друзья, у вас спросить, очень важное. Если говорить о модах, которые идут с этой карты, то они в каком-то роде немножко читерские. То есть здесь идет ковш на 200 кубов, здесь идет грузовичок на 500 кубов. Вот такой вот прицепчик есть, не написано на сколько кубов, но скорее всего на дохрена. Такой на 600 кубов, то есть, ну вы понимаете, да? Если говорить о прицепах, которые идут здесь, то вот прицеп на 100 кубов для мана, на 200 кубов вот полуприцепчик вот такой. И это, в общем-то, имеет некоторый смысл. Почему? Потому что объемы здесь большие. Поэтому я не знаю, как это правильнее выразиться, но, наверное, я просто спрашиваю у вас разрешение поставить подобные модики себе. Я не буду пользоваться теми, что идут с картой, потому что они мне не нравятся, они немножко лагущие. Но вообще, на самом деле, просто у вас интересуюсь, насколько сильно вы будете не против использования подобной, если можно так выразиться, читерской техники. Как это отразится на прохождении? Оно будет чуть быстрее. На самом деле, вот на эти самые 8 серий у меня ушло 65 часов. Кстати, я думал больше. Но в любом случае, это почти трое суток беспрерывных. И основное время, это, конечно же, много тратилось на уборку поля и перевозку урожая. Опять-таки, сегодня у меня 2 часа, они просто возили на продажу урожай. Если взять вот эти полуприцепчики, увеличить в объеме, скажем, раз в 10 хотя бы, то, разумеется, это сэкономит кучу времени. А посему в комментариях на Boosty под этим роликом я прошу вас ответить на вопрос, как бы не против ли вы использования такого вот дела. Это, в общем-то, очень сократит мне очень много времени. Я сам не сторонник подобных вот модов, но что поделать, в общем-то, здесь, наверное, они нужны. Ну, лично вот мое мнение. В общем-то, я жду от вас ответа. По сути дела, это будут только полуприцепы, комбайн с увеличенным бункером. Комбайны, потому что свекольник мы тоже такой возьмем. С увеличенным. Это что, ты уже разгрузиться, что ли, съездил разок? А, 12 кубов, понятно, у него там, наверное, 10% разгрузка стоит. Ну, ладно. Вот, и прицепы для перевозки, по сути дела, все. Ну и фуражный прицеп. Культиваторы, сеялки, вот это вот все, оно останется стандартным, потому что особого смысла в этом нету. Точнее, есть, можно, конечно же, поставить какой-нибудь культиватор, который будет ехать 40 км в час, шириной 30 метров, и он быстрее будет культивировать. Но, ладно, это мы оставим. Но больше всего, конечно же, именно вот перевозки меня смущают. Это занимает очень много времени ненужного. Точнее, тратится много времени. Ненужные траты. Вот, как-то вроде как я все рассказал. Со следующей серии второй сезон у нас стартует. И мы начинаем работать над мостами, над вот этими всеми производствами. Сразу говорю, друзья, чтобы просто не удивлялись, зачем мне столько полей и так много денег. Просто если говорить о покупке участков, миллион будет первое вот это вот... промзона, ее будет не хватать, поэтому надо будет не одну такую брать, плюс надо будет обязательно добывать всякие гравии, миллион, условно там руда, песок и все такое прочее, это все стоит очень много денег, все вот эти вот, плюс производство некоторое тоже надо будет брать в любом случае, они тоже стоят все очень дорого, поэтому здесь вот эти вот на балансе 10 миллионов, если вы увидите, это не считайте, что вы прошли игру, это вообще ничего не значит. Вот, на этом, в общем-то, на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересненького. Опять-таки, спонсорам спасибо за поддержку. Те, кто поддерживают на Boosty, вы просто красавчики. Если вы хотите тоже смотреть ролики заранее, то, в общем, вы знаете, что делать. Лайкусики, комментарии тоже не забывайте. И на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем покаки.